Новые умные автобусные павильоны появились на улицах Урая. Во время ожидания автобуса на остановках можно подзарядить гаджеты. В каждом павильоне установлено 8 USB-разъемов. Сами конструкции сделаны из прочных материалов, которые выдержат даже самые суровые морозы. Кроме того, павильоны украшены гравировкой. На остановках изобразили памятник первооткрывателям западносибирской нефти и станок-качалку. Две новые остановки спонсировали нефтяники. Возможно, скоро таких павильонов станет больше. Материал является достаточно устойчивым к температурным воздействиям, выдерживает перепады от минус 45 до 130 градусов по Цельсию. Достаточно хорошо изгибается, выдерживает достаточно высокие нагрузки физические на него. Обшивка исполнялась из композитного материала алюмокомпозит, так как материал является также стойким к погодным условиям. Но это было основным именно критерием. Дизайн хороший, розетки есть. Ну, все очень так комфортно, красиво. И ветра уже такого нет. Ну, мне кажется, что очень хорошо все. Интересно на самом деле, необычно. Не встречал раньше таких остановок, если честно, ни в каких городах.